встреча ярославских общественных организаций с немецкой делегацией. Наш город посетили представители Народного союза Германии по уходу за военными могилами во главе со своим президентом. Целью визита стало ознакомление с захоронениями немецких солдат на территории области. Маршрут проложен от Санкт-Петербурга до Москвы через крупное военное кладбище. Мероприятие стало стартовым в новом совместном проекте «70 мирных лет». Кроме того, в рамках этой программы предусмотрен визит ярославцев в города Гессен и Кассель, также для посещения могил советских солдат. Мы рады, что сейчас Россия и Германия – это не только партнеры, но и друзья. Мы заботимся о захоронениях советских военнопленных и о том, чтобы память о них жила. Они посещают места, где находится самое большое, точнее не большое, а самое крупное захоронение немецких солдат после Второй мировой войны. В Германии советским местам захоронение советских солдат или советских военнопленных придается все-таки большое значение.